Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня полив. Мы сегодня поливаем, опрыскиваем. Очень быстро сохнет грунт. Вот прям очень быстро сохнет. Хотя грунт тяжелый, но сохнет очень быстро. И приходится нам даже опрыскивать иногда для того, чтобы повысить влажность, чтобы наши растения не пересыхали очень-очень быстро. Быстро расскажу. Тавтология, конечно, получилась. Быстро вам покажу и расскажу, что осталось в наличии. Осталось совсем немного. Опять же, нам задаются вопросы, а когда будут следующие поставки. Пока не знаем, есть определенные нюансы, есть определенные проблемы. Поэтому как только, так сразу. Обязательно выставим все, расскажем и покажем. Ну и, естественно, конечно, сейчас многие повышают цены в связи с тем, что поднялись цены из-за того, что вырос курс. Курс валюты очень сильно вырос. В связи с этим, конечно, получается, что приходится поднимать очень многим цены. Ну, в том числе и у нас поднялись цены. Хотя на данный момент мы продолжаем нашу акцию. Пока что продолжаем. Дальше многие очень просят, у кого-то зарплата, у кого-то пенсии и так далее. Поэтому мы, конечно, оставили цены в районе 5000 на цитрусы в 20 горшке, 18 горшок по 4000 и 16 горшок 3000. Есть из чего выбрать, есть абсолютно. Напоминаю, что у нас есть гранаты и инжиры, это листопадные растения, это все у нас воздушные отводки, они тоже идут по акции по 900 рублей, гранат крупноплодный сладкий и инжир по 900 рублей, воздушная отводка турецкий, браун турки, то есть это говорит о том, что растения будут уже плодоносить в ближайшее время. И браун турки у нас есть по 890, опять же, это по акции со скидкой. Что значит со скидкой? Растение со скидкой — это не значит уценка. Это не уценка, это полноценное растение. Вот с ними все в порядке. Просто у нас идет акция. Просто у нас идет скидка. Так, давайте пробежимся, посмотрим, что в наличии. В наличии, напоминаю, что у нас есть и комнатные растения, демиокулкасы, суккуленты, кофе арабика. Далее замечательные, обалденные, я бы даже сказала, да, некрасивое, может быть, слово, может быть, некоторым не нравится, но очень-очень хорошие и вкусный цитрус, плоды его. Это свити. Опять же, рассказывала много раз, рассказывала и показывала, и фотографии мы выставляли. Зимой продавались эти растения на полках, вернее, не растения, а плоды этого растения на полках наших магазинов. Плоды были такого салатового цвета, округлой формы сплюснутые, очень сладкие. Это гибрид помело, и он действительно очень сладкий, сочный, ароматный. У него очень много достоинств и преимуществ. Вот они у нас в наличии. Кто-то из них цвел, их забрали. Розовый помело, это фрутороза, тоже есть, тоже в наличии. Эти экземпляры по 5000 рублей сейчас идут по акции. Дальше мы посмотрим с вами инжиры. Инжиры у нас есть разных сортов. Роса ди Сарзана, тоже розовый помыло, то же самое, 5000. Есть мандарины Кинг по 5000. Сейчас по 5000 это цена, еще раз напоминаю, акции. Аркабалена, 20 горшок и 22 горшок. Это у нас из питомника Оскар Тинтери. Далее апельсины Абунгус, гибриды. И вот еще арковалена. Я вам пытаюсь показать, как бы, чтобы со стороны вам было видно вообще картина наших растений. Далее актинидии по 700 рублей.
Да. Далее. Гуавы. Гуавы у нас земляничная, лимонная. Есть цены разные. В красных горшочках по 1500. Они сейчас дают приросты. И видите, как на солнышко, когда солнечные лучи попадают в растения, приросты получаются с таким красноватым оттенком. Очень красиво смотрится. Эти экземпляры скоро должны зацвести. Авокадо. Напоминаю, что остатки у нас авокадо. Опять же, скидка. Скидка. С растениями все в порядке. Прекрасно себя чувствуют. Вот дают молодые приросты. На солнышке вот они дополнительно развиваются. Чудные, прекрасные. Просто у нас их осталось не так много. И мы их распродаем. 5500. Сорта мы все выставляем. Списки выставляем. Просто сейчас я не буду акцентировать внимание ваше на цены, ну, более-менее на сорта. Все это мы выставим, вы можете увидеть. Личи также идет по акции. Белая сапота, мальпигия, дальше вишня Рио Гранде, витекс, кориса. И цитрусы в глине. Цитрусы в глине привиты на разный подвой. Подвой, который не требует зимовки. Сейчас они у нас идут по акции по 4500, поэтому всем желающим, пожалуйста, рекомендуем, пока есть выбор. Растения дают приросты, кто-то из них зацветает и уезжает, остается совсем немного, совсем чуть-чуть. Мандарин кваты, красавцы. В наличии есть помело, апельсины, лимоны, лимета Дольче Романо. И там, по-моему, один или два мандарина осталось. То есть выбрать, из чего есть. Мы опять же прошли мимо и не дошли. Есть у нас экземпляры, которые остались с прошлой распродажи, с зимней распродажи, которые тут экземпляры есть по 1800, по 3000. Также есть наличие, но в основном это у нас помело и свити. Поэтому кого интересует, можете спросить, мы вам покажем поближе. Три экземпляра аркобалена в 20-м горшке по 5000 сейчас по акции. С приростами, цветущие, с завязями. Осталась одна лимета Рангпур по 2500. Это зимние акции. Дальше лимета Росса ди Рангпур, сладкий вариант по 3000 по акции. Один единственный экземпляр. Красавчик. Плодовый, похожий на мандарин. Сладкие. Опять же, при наличии солнца. И ароматные. Если не будет солнечных лучей, конечно, это все будет кисловатеньким. Совсем чуть-чуть осталось у нас камелий. Совсем-совсем немного. Но они еще есть. Прям совсем чуть-чуть. Далее, мандарины. Мандарины коммуна. Видите, они все отцветают, все завязывают плоды. Очень сладкие, очень ароматные, тонкошкурые, с небольшим количеством косточек. Амуа 8, всем известный Амуа 8, тот самый, который имеет такую фиолетовую окраску и ягодные ноты. Два мандарина Миагава цветущих вот осталось, два экземпляра. Это крупноплодные, очень сладкие, очень ароматные, тонкошкурые мандарины, очень вкусные. В 18-м горшке осталось три мандарина. Я вот со всех сторон вам покажу, и с той стороны обойду. И два клементина. Клементир, сорт клементина. Он так и называется. Сорт клементина. Очень сладкий, практически без косточек. Очень ароматные, вкусные, сочные. И сладкие. Рука Будды в 20-м горшке. Это все 20-й горшок. Вот эти все экземпляры 20-й горшок. Сейчас по акции по 5000. Цветут, завязывают плодики. Это у нас рука Будды, цитрон рука Будды. И два экземпляра у нас осталось
по 3000 в 16 горшке. Красавчики. Поэтому, кто хотел, вы можете их приобрести. Два красавца. Прям красавчика. Дальше. Псидиум. Просто псидиум с розовой мякотью по 1500. Есть у нас и... А, кстати, джекфруты еще не говорила, забыла сказать, да, что джекфруты есть. Цены, еще раз говорю, что вы нам подскажите, и мы вам пришлем фотографию и скажем, какая цена. И плюс у нас еще списки мы оставляем, где можно ознакомиться с ценами. Грумичама, фейхуа, фейхуа мамонт, сорт мамонт. Далее Евгения унифлора питанга. Не захотел, что не понравилось, скинул листву, и вот он заново обрастает. Мы не убирали эту старую листву. Ну, вот вам показываем, что все живое. Вот, все абсолютно живое. Не надо ничего выбрасывать, не надо ничего удалять. Бывает такое, что растениям что-то не понравилось, они психанули, а потом заново начинают обрастать. Такое бывает. Замечательные, классные грейпфруты старые, две штучки. Это красномясый грейпфрут. Все в завязях, все. Смотрите, какая прелесть. Отцвели. Это у нас Памела Чандлер. Вот их. 5 экземпляров. Красавчики. Конечно, ароматы у нас просто обалденные. Еще раз напоминаю, рукободы в 16 горшке. Рукободы в 20 горшке. Это у нас цитроны Перетта в 20 горшке. Вот сейчас их полили, они ушки свесили. Завтра будут как огурчики. Прям красавчики. Апельсин Тарука красномясый с таким винно-ягодным вкусом. Это пигментированные апельсины. Все, что пигментированное, имеет красную окраску, требует обязательно перепада температур. Если перепадов температур не будет, соответственно, эти растения будут просто оранжевого цвета. И это не пересорт. Это просто нет наличия пигментации в связи с тем, что неправильно была соблюдена температура при созревании плодов. Вот они, клементины. 18 горшок, 4000. На самом деле выглядят вот эти все апельсины и мандарины. Это 18 горшок, 4000. Они смотрятся, вот посмотрите, как 20 горшок. По размеру, объему и так далее. Хотя, видите, просто горшок меньше. Мандарины вкуснейшие. Вот они все с завязями. Зелененькие, красивенькие. И... здесь экземпляры, это уже 20 горшок, амуа 8 и мандарины. Очень всем рекомендуем. Два миагава, как я вам показала уже. И вот еще амуа 8. Совсем чуть-чуть осталось. 4 штуки апельсина мора. Опять же, пигментированный сладкий со вкусом малины и вишни. С приростами. Вот они приехали, покидали лист. А при транспортировке некоторые веточки были надломлены. Да, все, что не нужно было, опало. Сейчас это все обрастает. Это все цветет. Это все пахнет. И обрастает красивой такой изумрудной зеленью. Прям красотой. Красотой. Все-все-все в бутонах. Все-все-все в цветах. Такие ароматы, конечно, сногсшибательные. И один апельсин овали колабреза, он тоже висит в цветах и в завязях. Это вкусный овальный апельсин, сладкий, оранжевый, сочный. Многие его считают ремонтантным, потому что цветет и плодоносит практически круглый год. Но опять же, мы помним и учитываем, да, что апельсины вызревают где-то от 6 месяцев до 9 иногда и больше. Соответственно, за один срок... Вернее так, за период, который они выращиваются в наших квартирах, проходит один срок. То есть, конечно же, это плодоношение будет один раз. Есть у нас кумкваты Маргарита. Их стоит совсем-совсем чуть-чуть. Это у нас 20 горшки по 5000. Один остался лаймкват Юстис, привитый на летящего дракона, 1300 рублей, один единственный. Два классных лаймквата Таварес,
16-м горшке 3000 рублей, и в 20-м горшке они же 5000 рублей. Два чинота в 18-м горшке с завязями. Опять же, не убираем, ничего не трогаем. Не трогаем, хотя вид не очень красивый, неаккуратный, неопрятный. Потому что произошло завязывание плодов, все отцвело, не трогаем. Не трогаем почему? Потому что у нас прилетают шмелики, у нас прилетают мушки всякие. Все тут ковыряют, все лазят. И все, что не нужно, отвалится само со временем, благодаря естественным путем. Да? Мы свои руки сюда не суем. Понятно, что не очень красиво получается, потому что когда все это цвело, это было божественно, во-первых, ароматы и так далее. Сейчас все это завязало плоды, но вот вид не очень опрятный, но опять же, все, что не нужно, отвалится само, не надо. В общем, мы не будем трогать. Чинота в 18-м горшке по 4000. Апельсины Тарока, которые я вам показывала. Далее, опять же, цитроны Перетта. 18-й горшок. Это у нас кафорский лайм. Обратите внимание, все цветут. Все цветут. Красавчики. Аромат, конечно, божественный. Слегка прикоснулся, слегка затронул лист. Сразу раздается запах кафорского лайма. Сейчас все такое влажненькое. Плюс еще полили и... запахи усилились. Видите, все цветут, все цветут. Это у нас 18-й горшок, 4000. 20-й горшок, 5000, тоже цветут. Все в таких бубулечках маленьких, смотрите. Таких вот. Очень красиво и очень ароматно. Это у нас 20-й горшок, 5000 рублей. Лайм Верде. Один остался лайм Таити, а в остальном все лайм Верде. Лайм Верде очень похож на лайм Таити, тоже персидский лайм. Ароматный, вкусный, он чуть-чуть покрупнее, безумно вкусный. Ремонтантный, классный. По 5000, 20-й горшок. И три горшочка осталось за 3000. Он же, видите, уже и обрастает, и завязал плодики, и цветет. Вообще красота. Невероятная. Опять же, показываю вам Памела Чандлер. Уже с этой стороны вам показываю эту красоту. Грейпфрут Старуми. Видите, все цветет, вот все завязывает плоды. Обработку мы проводили, я вам писала, проведем еще в ближайшее время. Евгения, ой, это не Евгения, простите, это гуава земляничная, видите. Красота, когда есть солнечный свет, все начинает абсолютно радовать. А у нас эти дни прям солнышко в оконышко светило, и поэтому было классно. Арбутусы, их совсем осталось чуть-чуть, что-то они покидали, но вот видите, сейчас начинают давать молодые прирост, то есть они адаптируются уже к нашим условиям, уже нравится. Это земляничное дерево, которое дает плоды очень похожие по вкусу и внешне на землянику. Тоже они у нас идут по акции 4500 сейчас, поэтому спешите. С этой стороны вам показываю лаймы, чтобы можно было разглядеть, вдруг вам кто-то приглянулся и очень-очень захотел попасть в ваш замечательный дом, ваши очаровательные ручки. Лимоны Карубара, божественные лимоны Карубара, всеми известный классический лимон, обалденный. Отличается тем, что когда на него попадают прямые солнечные лучи, у него и завязи, и цветоносы, и молодые приросты пурпурного цвета, пурпурного оттенка, плодовитый, урожайный, ароматный, вкусный и неприхотливый сорт лимона. Опять же, многие спрашивают, а что с лимонами, почему такие огромные большие листья? Мы уже неоднократно вам рассказывали, не надо бояться этих листьев, потому что это уже листья, которые выращены у нас. Когда не хватает солнечного света, листовая пластина увеличивается за счет того, чтобы потреблять солнце, световые потоки, чтобы был... В принципе, хороший фотосинтез проходил, поэтому такие вот лопушки, это ничего страшного. Есть препараты, которым можно опрыскивать растения,
Рейки, еще вспомню, забыла еще один препарат. Он как раз-таки именно утолщает листовую пластину и уменьшает ее. То есть становится пожестче. Это как стимулятор. 3 экземпляра лимона Лунарио. Видите, тоже тут такие лопушки выросли. Они тут и цвели, и уже что-то завязали. Это все по 5000 экземпляров. И вот буквально там, наверное, 3 штуки осталось лимона капучо. А 4, простите, лимона капучо. Лимон капучо, тоже все лимоны ремонтантные. Абсолютно все лимоны ремонтантные. Они цветут и плодоносят круглый год. У каждого есть свои нотки определенные, вкусовые тонкости. Но все очень вкусные и все неприхотливые. Лимоны Лунарио в 16-м горшке за 3000. И лимоны Мейера. Лимоны Мейера привиты на летящем драконе на шпалере. Они 3800 идут по акции. Сейчас я вам называю цены акции. На самом деле цены гораздо выше. Вот они, красавчики. 2 лимона в 16-м горшке по 3000. Как красотуля. Пока я здесь стою, есть у нас наличие драцены, Шлюмбергера, Сенсивьери, Пахиры. Цены не называю, потому что не помню. Сингониумы. Каламандины. Каламандины вкуснейшие, красивейшие. 16-й горшок стоит 3000 рублей. 18-й стоит 4000. А 20-й стоит 5000 рублей. Все с плодами в основном, все с завязями, цветущие. Такие красавчики. Один остался лимон Росса в 16-м горшке 3000 рублей. Все практически цитрусы привиты на волкамериану. Вот если я вам, например, говорю летящего дракона, да, то это конкретные экземпляры. Все остальные итальянские цитрусы, они привиты на волкамериану. Это лимон, который не требует зимовки. Но опять же, есть сорта пигментированные, которым в принципе желательно, чтобы были перепады температур, так называемая зимовка, когда днем жарко, плюсовая температура порядка 20 и выше, а ночью прохладно, плюс 10. Остался лимон без сорта один единственный. На горшке будет написано как бы Мейера, тут же зачеркнуто, потому что мы предполагали, что он очень похож на Мейера. На самом деле он не совсем похож на Мейера. Питомник сказал, что это лимон сангвиниум. Сангвиниум вполне возможно, потому что, ну вот, сомнения у нас закрались, поэтому мы его обозначили как лимон без сорта. Высокий штамп, классное растение, 5000. И лимоны Загара Бьянка. Кто-то с плодами, в основном уже там по одному плодику висят, с завязями, усыпаны с цветами. Такие вот красавцы. Лимон Загара Бьянка. Это такой же классный лимон, как все остальные, только у него отличительная особенность. Цветение у него белыми цветами. Все ароматные, все действительно очень-очень-очень вкусные. Даже сложно сказать, вот когда задают вопрос, а кто же вкуснее? Все вкусные. На вкус и цвет все разное. Поэтому кому что нравится. Нам нравится все абсолютно, потому что у каждого лимона есть какие-то определенные ноты. Их описать очень сложно, и они все вкусные. Нельзя сказать, вот этот вкуснее, этот нет. Они все вкусные, реально. Далее. Апельсины каналикулята, ребристые, красивые, очаровательные. Они действительно похожи как на апельсины. Привлекательны тем, что сорт... Неоднократно уже говорила, что это сорт ремонтантный. Он реально цветет и плодоносит круглый год. И за сезон он может несколько раз плодоносить и выносить плоды. Плюс ко всему он неприхотливый, очень интересный и классный сорт. Более того, можно на него прививать. В общем-то, вот такой вот хорошенький апельсинчики. Тоже по 5000 рублей. Покажу вам с этой стороны карубар. Видите, цветение, конечно, цветы огромные. Плоды очень-очень вкусные. Это вот наша красота. Есть у нас и большие горшечные растения. Фикусы с патифилом, азмиокулкасы. Вот кофе у нас тут с
плодами стоит. Сейчас я вам покажу. Тут плодики, там плодики. Вот можно увидеть красненькие. Вот красненькие. Видите, вот здесь вот плодики. Сейчас попробую там поближе подойти. Все цветет, все растет, все радует. И мы вам желаем, чтобы у вас все цвело, росло. Бананы совсем чуть-чуть осталось. Ну, вот пальмы различные. Спатифилумы, стрелицы. Стрелицы тоже разные сорта наличие. Вот, если видно, вот, вот они ягодки, ягодки, ягодки. Это кофе с ягодками. Ягодки на вкус такие кисло-сладкие, сладенькие. А внутри зернышко то самое. Дальше есть у нас комнатные растения разные. Разные-приразные. Совсем приразные. Много что уже разъехалось. Мы вам все показываем, мы вам все рассказываем, выставляем по наличию. Что у нас есть. И что у нас будет, конечно же, мы вам обязательно пришлем и расскажем, кто у нас тут цветет, кто благоухает. Фикусы, гордения, орхидеи, зелень различная и лимоны мира. Такая вот красота, вся цветущая, ароматная. Лимоны мира, конечно, это шедевр, классика. Тонкошкурые, ароматные, такие красавцы. С такой изумрудной зеленью, приятной, нежной. И аромат, конечно, непередаваемый. Супер, просто супер-супер-пресупер. Вот такая красота у нас еще в наличии. Есть что выбрать. Растений еще достаточно количество, на самом деле. Все, что будем привозить, будем выставлять, будем вам показывать, будем вас обязательно радовать. Впереди у нас выходные, впереди у нас Пасха, с чем, собственно, мы пока в преддверии поздравляем. Желаем всем счастья, любви, понимания, добра и благополучия. Мы с вами, мы вас любим, мы вами дорожим, мы вас ценим. Всех вам благ, дорогие друзья, вкусности, радостей. И всего при самого наилучшего. Всем пока!